Opel Corsa D. С каким усилием нужно затягивать пробку маслосливного отверстия коробки передач, чтобы не сорвать резьбу, чтобы не потекло масло и чтобы в следующий раз при замене вы с легкостью могли ее открутить. И по регламенту это 40 ньютон-метров на динаметрическом ключе. Зная это, вы всегда сможете проконтролировать правильную работу. И если эта информация в ближайшее время вам понадобится, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы вы могли ее оперативно найти.